Итак, время 2 часа ночи, я уже в Домодедово, и сегодня я впервые одел зимнюю куртку в этом сезоне, и на самом деле пока еще не пожалел, потому что на улице реально холодно, и все-таки дело идет к зиме, поэтому пальтишко мы оставим до лучших времен, а именно до весны. Итак, сегодня я лечу в Анталию, в Анталии сегодня отличная погода. На запасных по маршруту сегодня, которые у нас будут, а это Воронеж, Ростов, Краснодар и Анкара, погода тоже отличная. Поэтому полет обещает быть спокойным. Ну, а мне осталось буквально пару шагов до проходной для экипажей. Ну, а дальше будет медконтроль. Домодедово пустует, а чтобы ему не пустовать-то в начале 3 утра. На самом деле, мне кажется, Домодедово один из самых суетных аэропортов. И увидеть его таким, вот реально пустующим, это, конечно, большая редкость. Ну что, мы уже на самолете, точнее на месте стоянки у самолета. И сейчас моя задача выставить необходимое количество топлива на задатчике топливозаправочной панели. Сегодня нам понадобится 12 700 килограмм топлива, то есть 12 тонн 700 килограмм. Сейчас мы это с вами сделаем. Ну что, вот мы и заправили наш самолет. Нам залили целых 9000 килограмм. И сейчас продолжается подготовка к нашему полету. Left side clear. Auto take off. Take off. 1 4 6 from 1 1 9 and 4 0.
0S rest runway first blend. Set. Check. If you want, with the thrust 7000 blue, flaps 1. Check, clear, flaps 1. Get in. А что, уберемся, потом сделаем. Open climb, check. Flaps 0. Direct off the filter. Hot thrust blue. A firm. Nav. Speed magenta. The connection. Clear. Stop and come. Set standard. Check speed, auto thrust, after top line checklist. Retracted. On. Standard set. Check. Continue come. Remove status.
500. Hundred above. Sure. Minimum. Continue. $100. $50, $40, $30, $20. Retard. Налево. Мы уже и в Анталии. Здесь и правда прекрасная погода, температура плюс 17 градусов, и это в 9 утра. А к обеду будет еще жарче. Но мы этого уже не узнаем, потому что через час мы уже улетаем домой. Так что время готовиться к полету. Пока-пока.